Всем привет, с вами Вероника Адамс, и сегодня я покажу вам интересные и необычные яйца. Да, яйца, все правильно. Это называется вырасти себе какого-то питомца. Тут написано либо гуманоида, либо пингвиненка. Да, интересная их разбежка, как бы, и ничего более. Пингвиненок или гуманоид? Интересный, конечно, выбор. Но вот как есть, в принципе, вот что мы имеем. Это я хочу вот эти вот милашества. Нет, ладно, не эти две, вот так примерно. Милашества хочу подарить братьям, сестрам своим младшим, так скажем. Вот сразу их можно, в принципе, до свидульки сделать. Но в целом нам нужны-то вот эти. Вот что нас интересует. Нас интересуют разные персонажи, да. Как вы считаете, как мы будем открывать? Вернее, как вы считаете? Какой будем открывать? Давайте посмотрим этого гуманоида. Да, естественно, это будет видео разбиваться, но для вас это будет все моментально, пройдет время. Вот, я сейчас вскрою яичко вот это, помещу его в водичку, посчитаю двое суток и будем с вами потом дальше смотреть уже. Вот, ну а пока вот такое оно. Alien Egg. Гуманоид из яйца. Так и написано. Опустите яйцо в стакан и наполните его водой так, чтобы яйцо полностью погрузилось в воду. Температура воды должна быть ниже 35 градусов. Но в целом, кто знает, даже всякие эти яйца из фикс прайса, та же самая методика. Опускаем воду, ждем сутки-двое, и потом получаем вот такую вот зверюшку неведомую происхождения. Да, второе, спустя 12-24 часа скорлупа начнет медленно раскалываться, и из нее появится гуманоид. Просто прикольно, знаете, когда понятно, там какое-то там, ну, там, какое-то животное, да, там, или там какая-нибудь пометка, что это там африканский живот, там, или еще какие-то домашние, так скажем. Но здесь так и пишется: гуманоид. Гуманоид! Угу. Вот вы когда-нибудь видели гуманоида? Нет? Ну вот вы увидите, скоро вы увидите, да. Мне интересно, они все одинаковые или они все разные? Поэтому потом я как подарю сестрам, братьям эти же игрушки, мне будет тоже очень интересно понаблюдать, что же у них вырастет, и потом куда сделать сравнение. Так, дальше. Следи за тем, чтобы стакан был заполнен водой. Ну, там должны быть дырочки, чтобы, в принципе, туда вода попала. Вот третье, когда скорлупа полностью расколется, добавь в стакан свежую воду. Гуманоид вылупится полностью через 48 часов. Ты можешь переместить гуманоида в другую емкость, чтобы наблюдать, как он растет. Ей, ну, кстати, на самом деле, я в фикс-прайсе покупала эти яички, они были много больше, да, там такие, ну, странные животные были, какие-то такие в слизи, потом, когда я с воды их доставала, они усыхали, и такие еще меньше сморщивались такие чудики, но они же такие были потресканы, такие вообще не очень, поэтому, знаете, можно, в принципе, подержать немножечко и доставать, чтобы они не разбухали на весь стакан, потому что там потом пипец, там просто трескается все, краска, ну, краска, в принципе, вся как-то трескается. Эта неведомая зверюшка превращается в реально какое-то, не знаю, какого-то такого слизкого, мерзкого чудовища. Вот, то есть там, если был волк, уже не опознать его. То есть непонятно, вот такая лапа, вот такая голова, и то есть да нафига такой конь такой, знаете, конь. Была такая, допустим, волчонок был. И вот превращаешь такого в коня. Потом ты захочешь, чтобы он остался таким конем, допустим. Но нет, он смарщивается. И там вот эти все потресканные детали, это жесть. Ну, это фу, реально. Просто хочется выкинуть чудовище. Вот, я думаю, похлеще будет гуманоида. Нам представлен такой зеленый интересный человечек, как мы все привыкли называть его НЛОшка. НЛОшка, да. Сразу привлек мое внимание. Вот. Тут он, в принципе, добродушно все показывает и рассказывает вам, что зачем идет. Вот. И он нам тут махает потом со стаканчика, с скорлупой на голове, такой, типа, привет, мам, я родился. Да, ну, думаю, забавно, интересно. Просто такой формат я не видела. Видела упаковка. Начнем с того, что упаковка. Очень стильная упаковочка. Рисунок классный, качество коробки очень хорошее. Блин, ну я не знаю, смотрите, космос здесь, пингвиненок спускается с горки, как я понимаю. Здесь он просто вот, ну вот, вот такой.
Так, ну что, как обычно, наш любимый скотч, как же без него, естественно. Давайте открывать, смотреть. Ага, прям вот так. Такая упаковка двойная у нас. Это, знаете, это такие формочки, это кто смотрит всяких кондитеров. Вот это прям идеальная форма, чтобы залить ее шоколадом. Ну, вы, я думаю, смекаете. Понимаете, заливаете шоколадом тонким слоем, а вот так. И такой, опа, а у меня яичко половинка. Такой, опа, я могу делать шоколадные яйца. Слушайте, я просто гений. Вот, кстати. Ну, это действительно, это можно так сделать. Так что учтите, учтите, да. Так, о, там кто-то розовый, кто-то красно-розовый, что ли? Ну, кстати, да, пахнет, как все эти яички. Блин, интересно. О, смотрите, мы видим. Видите? Эй, кто там был? Во-во-во-во-во. Розовый гуманоид какой-то будет у меня. Смотрите. Опа, о-о-о. Вау, такой красивый цвет. У нас действительно такой, знаете, вот звездного неба, такой галактики. Прям вау. Мы из будущего, смотрите, да? Так, четкость, ага. Ну, тут, понятно, разводы, неровности, где-то погрешности. Ну, фиг с ним. Там я вижу уже просто, что что-то будет розовенькое. А на самом деле, когда я покупала в фикс-прайсе все эти игрушки, 12-48 часов проходило, нифига не менялось, на самом деле, никто не вылазил. То есть, пока ты вот так вот не поможешь, как бы, так скажем, да, как бы, ну, этот гуманоид будет сидеть, там, знаете, еще очень долго, чуть ли не неделю, да, как-то я забыла, поставила на подоконник, он у меня неделю стоял, на самом деле. Вот, поэтому, оставь. Поэтому вот, поэтому где-то, может быть, стоит и помогать. А как-то раз я тоже не захотела просто их воду, знаете, я так взяла в пакетах, положила вот так. И так, фигак, об стену. Ну, мне просто было, не хотелось ждать. Я его так расколупала, посмотрела, все, все. Типа, зачем ждать? Вот, ну, бывает всякое, да. Вот, так что, вот такое яичко. Мы уже поняли, что там что-то розовенькое будет, интересно. Такой увесистый. Вот, ну давайте окунем его. Так, должны булечки пойти заполнять. Опа. Оп. Хей. Оно, знаете, удобно тем, что оно маленькое. Его можно в стакан поставить, действительно. А когда большие, ты не знаешь, господи, что кружку брать. Кружка не такая глубокая. Что делать? Ну вот реально. А тут... Блин, и как красиво, смотрите, как вообще это все эстетично смотрится, прям, вау. Ну что ж, попрощайтесь с маленьким, естественно, удачи тебе там, в добрый путь там, господи. Короче, вот, Леди Гага твоя мать, да хранит тебя Леди Гага реально. Так, ставим это куда-нибудь пока подальше, ну и это убираем. Убираем. Ну, в принципе, это такое же яичко будет с пингвинчиком. Эй. Второй стакан тебе подкрывать. Ассистент. Поэтому вот, достаем его. Вот и второе яичко, оно такое более, не такое гладкое, на самом деле, чуть шершавое. Знаете, как настоящие яйца, вот такие вот немного, такие вот, такого ощущения. Смотрите, там что-то желтое. Что? Пингвинчик желтый, может быть такой? Зеленый. Зелено-желтый пингвин. Во-во-во, видите? Эй, четкость, четкость. Я такой, hello, мама. I'm Цыпа. Ну, четкость, пожалуйста. Не хочет. О, боже. Так вот, там что-то, видите, оранжево, желто-зеленое. Тут какая-то потертость, как будто он тут уже залежался. Да, ну не знаю, пингвинчик нарисован, написано вырасти пингвина. Да, из нее появится пингвин, пингвин. Как он будет, желтый, что ли? Ну не знаю, ладно. Можно только догадаться. Так, опять формочки. Не, ну я не знаю, может, конечно, и поплавится под этим. Под
горит шоколадом, надо попробовать. Ну, это так, это просто первые мои мысли. Ну что, берем второй стаканчик, попрощайтесь с малышом. И погнали. Хи-хи-хи. Пуньк, пуньк. Это красиво даже выглядит все. Смотрите, вот. Вот, ребятульки мои. Здесь такой действительно галактический, смотрите, цвет, да, переливается красиво. Здесь такой, ну, простой, ну, а чё? Пингвинчик же. Зачем нам тут выделываться? Вот, поэтому все. На время я их оставляю, забываю про них, вот. Ну, и в скором времени вы узнаете, кто пополнит мою семью. Поэтому все. Ждем-с. Господи, смотрите, действительно какой-то гуманоид. А прошло 12 часов. Сейчас так кусил. Давайте посмотрим, смотрите. Ой, не могу. Что это за... Капец, он скользкий. А, фу-фу. НЛО. Здравствуйте. А вы кому? Фу, какой он мерзкий. Да. Так, ладно, а что у нас здесь? Ой, тибузи. Это же должен был быть пингвин, по-моему. Нет? А, это и есть пингвин. О, боже. О, боже, желто-зеленый пингвин. Как вам такое? Фу, как он слизь. Блин, господи. Вот так вот, вот такие вот получаются зверята. Смотрите, какие гуманоиды. Господи, они такие большие, плотные. Гуманоид. Это и... Они усохнут, наверное. И это пингвин. Угу. Желто-зеленый пингвин. Прикол. Вот такие чудастики получили.